Всем-всем большой привет! Давайте с вами полистаем 17-й каталог в компании Avon. Благодаря тому, что я живу на территории трендсеттеров, мы идем на два каталога впереди, и поэтому каталог будем листать 17-й, который будет действовать с 5 декабря по 29 декабря у основной территории. То есть это последний каталог 2017 года, следующий будет номер один. Ну давайте начнем. Будет у нас каталог, фокус, гид с подарками новогодними, также распродажа к 17-му каталогу и аутлет будет с разными предложениями. Некоторые, кстати, интересные. Ну, давайте с каталога начнем. Немножко будет, вот видите, как отсвечивать, поэтому буду приподнимать странички. Никак свет не настроить, на улице мрак. Тут идут подвесочки в виде собачки. Это брелок, значок и кулон, подвеска. Цены разные, 50% идет на них скидка, если покупаете на какую-то, наверное, сумму. Ну, нет, если вы какой-то продукт берете с каталога. Дальше идет предложение уже на наборы. Этот каталог весь в наборах, в таких более праздничных, как бы, предложениях. Новинок практически нет. За 349 рублей мужской. Если в этом каталоге вы делаете заказ на сумму 1200 и больше, 4800 и больше, 7200 и больше, то в зависимости от вашей суммы вы можете выбрать в следующем себе любой из представленных подарков. Поэтому можно обратить внимание на эту страничку и сделать заказ. Это касается, меня часто спрашивают, только представителей? Нет, все, что в каталоге, это касается любого человека, который делает заказ. То же самое и клиентов. Единственное, что если клиент на 1200 не делает заказ, то он не получает подарок, а получает представитель, потому что представитель сам добирает уже до своей суммы и делает заказ. Но если клиенты исполняют эти требования, то подарок будет, конечно же, их. Но этот подарок символически, у него есть цена 49 рублей, 69 и 199. Вот. Далее. Украшения. Конечно, отсвечивать будет. Но давайте мы, знаете, как сделаем? Может, так вот немножко построить. Все равно отсвечивать. Ну ладно, украшения и платье. Платье за 1499 рублей. Вот такое интересное. У него по талии идет кружево. И вот такие вот украшения. Далее, Today наборами 899, мужской, женский. Life идет в коробочках, в наборах 1300. Я округляю. Так, тут тоже Ом мужской и Little Black Dress женский набор. Упаковка. Можно выбрать упаковочку себе на любой вкус. И в коробочках, и в пакетиках. Мужчинам, женщинам. Дальше идут предложения с наборами. Тушь и карандаш на выбор. Карандаш, судя по всему, один черный, а вот тушь можно выбрать. Черную или коричневую. Помада и карандаш. Тут уже выбираете оттенки. И за 359 рублей можно себе или кому-то подобрать набор. Тут набор идет уже румяна и кисть для румян. Румяна в шариках 550 рублей набор. Пилочка и лак 199. Хорошее предложение на 30-миллилитровые ароматы 379 рублей. Ароматы такие неплохие. Attraction, лак, альфа и мужской лак. Также на Attraction мужской и женский идет набор. Incandescence. Все в наборах. Я не всегда люблю, когда наборы. Конечно, получается чуть выгоднее, но не всегда так хочется. Full Speed мужской набор 750 рублей. Ароматы женские и мужские за 279 рублей. Хорошее предложение. Ароматы тоже хорошие. Можно обратить внимание. Тоже идут наборы за 299. Их серия, это очень
знаменитый такой аромат, многим нравится. Планета Спа, набор 399. Маска для волос. Маска гель для кожи вокруг глаз. И для лица гель. Шампуни с ополаскивателями 199 тоже в наборах. Кремы для рук. Этот крем большой, 400 мл, 169, больше головы девочки. Тут браслет предлагается и цепочка вот на девушке. Все есть. Можно выбирать любое украшение, 299 рублей. Шарфики, кошельки от 500 до 1200. А, нет, 1102, да, 1200. Разные цены. Самый дорогой шарф, я так понимаю, четвертый. Вот, вот этот. Вот он очень плотный. Он и стоит 1200. 100% акрил. А размер 208 на 65. Ого. Ну, в общем, вот так. Так, тут предлагается женская пижамка и носочки. Носков две пары. Светленькие и темненькие. Но для таких носочков 550 рублей, конечно, круто. Ну и пижама 1500. Очень интересное новое предложение. Платьишко. Я гляжу, тут и на взрослой, и на маленькой. Но платьишко на ребенка такого вроде бы. Так, вроде на ребенка-то и нету. Просто женское платье предлагается. Ну вот насчет тапочек 37-40. Вы знаете, девчонки, если у вас 39 размер, то они будут хороши. Но если 37, то они будут все равно болтаться на ножке. Мех все равно примнется, и тапочки станут великоваты. Конечно, можно под носочки, но комфортнее все-таки ноге будет, которая ближе к этому размеру максимальному. Все-таки лучше сделать 3 размера, чем один. Ну, хотя бы там 37, 38, 39, 40, вот так хотя бы. Двойной, но никак не с 37 по 40, это уж слишком. Ну, тут, судя по всему, новогодние уже такие украшения для бутылок. Пледы тут, вижу, подушечки. Такие в красной тематике. Это, наверное, для сервировки стола. Так, наборы по 260 рублей. Банные принадлежности для женщин. Такое полотенчико. Сарафанчик и полотенце на голову, и у мужчины такая тазобедренная повязка. Набедренная. Тазобедренная. Так, для ног очищение. Тут вроде все знакомое. Так, от 59 рублей. Ну, не знаю тут. Ну, вот Bubble Gum, классная пена. А остальное на любителя. Далее. Дальше идут наборы с ароматами. 750 рублей. Я не буду останавливаться, потому что ну, тут каждый на свой вкус может выбрать. Два аромата выгодно. На этой странице два аромата за 740. На этой странице два аромата за 1230. Можно с кем-то скомбинироваться или самой. Тут недорогие ароматы за 280 рублей. Любой. 189 миниатюрки. Многим полюбившиеся. Тут я не буду комментировать. И так все видно. ТТА. Некоторые ароматы. Новинок практически нет. Тут идет больше уже вот эти наборы. Распродаж я особых тут тоже не заметила. Разве что вот в аутлете сейчас посмотрим.
Вот эти неплохие два парных аромата на любителя, потому что они сладковатые. Кто такие ароматы зимой любит, то это красивые. В новогоднем дизайне аромат 100 мл персив. Такой симпатичный. Кстати, Little Black Dress тоже 100 мл. 899 каждый аромат. Тут уже набором идет 50-миллилитровый. Любой за 400. Опять наборчик. Лак мужской. Мужские ароматы можно тоже взять. Два будет выгодней. Здесь два за 740 уже. Подешевле ароматы идут. Снова пошли наборы. Дезодоранты и шампунь-гели мужские. X-Series 280 рублей. Тут предлагается набор взять из 5 продуктов, по-моему, вместе с косметичкой. В набор входит пудра, тушь, карандаш, лак. Ну и, собственно, косметичка. Оттенки уже приготовили не вам на выбор, а какие входят в набор, такие и возьмете. Дальше. Любой набор 299 рублей, я так понимаю, тушь и смывалка. Жидкость, ну как не жидкость, а крем для снятия макияжа, средство для снятия макияжа. Да. С этой стороны идет новиночка. Это такой дорожный набор с кистями. Давайте поближе я так подниму, покажу. Так вот, новинка написана. Вот в таком они футлярчике. В подарочной упаковке размеры. Давайте посмотрим. Нет размера, нет. Просто 5 штук. 500 рублей. Так, а вот размеры кистей, ну, судя по всему, небольшой, наверное. И тени здесь. 360 рублей тени. Так, тут у нас идут карандашики. Туши. Помады, которые любят вываливаться, стики. Ну, помады сами неплохие. Они чуть-чуть суховаты, ну, прямо совсем чуть-чуть. А цена и цвет нанесения, в принципе, неплохие. Эти помады очень многие любят. Тут помады тоже, блески. Одну из этих помад я вот в заказе показывала только что. Можно пройти посмотреть. Далее кисти, румяна и тональные основы. Тоже новинок нет, поэтому не знаю, видно вам цены или нет. Тут мелкие, но я, естественно, не буду каждую цену озвучивать, иначе мы тут с вами будем сидеть 3 дня. Снова вот этот вот бьюти-бокс 1500 рублей и средства, которые в него входят. Не знаю, будет ли кто-то покупать, потому что цена достаточно дорогая у этого бьюти-бокса. Ну, может быть, будут те, кто любит такие вещи. Красивая, видимо, упаковка будет из серии марк, и там будет в каждой луночке свое средство. Недавние новинки, лаковые матовые помады. Чаще слышу нехвалебные отзывы. Ну, наверное, будут и те, кому они понравятся. Так, тут помадки. В принципе, видно. В прошлом, по-моему, каталоге новинка в серии марк. Вот эти тени. 8 цветов. Мне кажется, многовато светлых. Ну, видимо, такая более матовая. Вот это вот, наверное, очень красивый цвет. Последний такой он. Сиреневый такой. Сочно-сиреневый, темный. Тут написано, что как бы один оттенок получается 82 рубля. То есть они так раскидали
чтобы не пугала цена в 659 рублей, они написали, что один оттенок 82 получается. Ну, разумно. Эта тушь обещает хорошее наслаивание. Можно 5 раз нанести ее, и ничего не склеится. Будет как бы все лучше и лучше результат. Тут серии марк некоторые. Тональные средства тоже тут. Не знаю, что, про что сказать. Цены видно. Вот новинки, вот эти лаки двойные, то есть с двух сторон. И можно комбинировать, и будут ногти двух оттенков, которые уже вам как бы подобрали. Вот. Из серии люк сделали такое лимитированное издание, как бы с симпатичным оформлением упаковочки. Новинка. В серии Lux появился... Что-то прилипаю вот к этому, к фокусу. В серии Lux появляется вот эта новинка. Я одну помаду заказала. Сегодня в течение часа я ее тестировала. Ну да, вот час назад где-то я снимала обзор. Я показала в обзоре эту помаду. Наверняка вы смотрели. Заказывала я оттенок... Розовый восторг. Помада идет с ментоловой серединкой, с бальзамом. Он холодит, немножко покалывает, пощипывает в течение 10 минут, якобы увеличивая немножко губы. Ну, такой холодок. Есть небольшое увеличение, я не заметила. Показываю, что здесь обещания какие есть. Носится она неплохо, но... На губах есть небольшой такой эффект липкости, как у блесков для губ. То есть вот если медленно-медленно открывать рот, то вот губы будут слипаться между собой. И если с другими помадами такого не происходит, то вот эта помада имеет вот такую вот блесковую липкость. Не скажу, что это прямо совсем критично, это в легкой форме. Но тем не менее, если, как мы привыкли там... губу к губе прижать, например, то вы это будете ощущать. Но в целом неплохая, ну вот это вот покалывание. В общем, на любителя помада. А оформление очень красивое, смотрится красиво. Она благодаря этому белому стику в серединке не яркая, то есть этот белый бальзам часть помады как берет на себя, но как бы делает ее бледнее. Вот. Ну, наверное, все. Тут дальше кинзо, цветочки кинзо. Везде его цветочки. И в украшениях, и в шарфиках, и на флакончиках, и даже в сумочках есть, в подкладках. Эта сумочка предлагается двухсторонне. Как бы, если вы в одну сторону пайетки сделаете, она будет черная, если в другую золотая. Предлагается платье вот с такими вот прозрачными вставочками. Ого, 2300. Сумочка всего 800. Ну вот, платье с сумочкой вам всего 3100 выйдет. Так, тут женские часики 1500, но циферблат, хотя красивый, кто не любит без циферок, то очень сложно время будет догадаться сколько, но в целом красивая. Цена тоже хорошая такая, 1500. Украшения на девушке. Вот это симпатичное такое прямо женственное украшение. Вот оно тут на девушке. Такое вечернее. Платье тоже предлагается. 1700. Рюкзаки, сумочки. Вот. Ну, рюкзаки, я так понимаю, что 900 рублей вот это малышка рюкзак, а эти уже стандартные. Ну и сумочки тоже одна маленькая и две такие побольше. Брючки такие достаточно широкого кроя. Лимитированная коллекция размера 52-62. То есть на женщин таких элегантных. Да? Слово забыла. Также есть платье. Вот такое. И сверху идет как накидка, которая вас... немножко прячет.
до 56-го. А вот российский размер тоже с 52 по 62. Давайте я вот так поближе покажу, чтобы кому это интересно, девочки, посмотрите. Потому что чаще всего такие размеры обходят стороной. Но это очень важно. То есть можно обратить внимание, что для российских женщин тоже Avon позаботился. И брючки, и такое симпатичное платьишко. Дальше. Ну, тут знакомая страничка уже. Новинки появляются. Вот такие вот брючки интересные с поясом на резинке на поясе. Мне, кстати, очень понравились. Они смотрятся, мне кажется, как леггинсы, но при этом это брючки. Вот так поближе тоже покажу. Вот так они смотрятся. 1200 цена. Размеры вот так. А вот женские брюки. Размеры вот так. От 40 по 58. Синие и черные. Вот так. Но мне понравились. Если хорошую скидку набрать, например, по заказу, то могут они быть вполне такие по доступной цене. Я приглядываюсь, потому что мне мои синие, вот такие у меня потертые синие джеггинсы, они мне стали велики. И вот я думаю, что взять чуть-чуть поменьше все-таки себе теперь размер. Далее. Вот так. Трусики. Тут новинки есть. С микрофиброй и с мультифиброй колготки. Женские. Ликвидация украшений. Ликвидируют. Тут тоже кое-что, но до 65%. Вот так. Смотрите. Ну, я думаю, эти странички я так вот по-быстренькому немножко пролистаю. Очень впечатлили меня тапочки с ресничками. Полисборничек такой, правда. Ну, прикольный. Тапочки с ресничками. 650 рублей, но за такую цену можно пыль-то и смахнуть будет. Да. Вот такие. Такие предложения. Тут, кстати, рюкзачок вот такой привлекательный, полосатенький. А, кстати, вместе против рака груди. Я как-то показывала, и много раз вы видели у меня это колечко. Они вот снова появляются, этот наборчик. Я тогда серьги себе не заказала, а потом жалела. Мне кажется, на лето это очень красивый набор. По этой программе скидка не идет. То есть вся скидка, которую вы заработали, она идет на благотворительность. От вас лично. Не от компании, а от вас. Color Trend. Украшение. Ой, украшение. Декоративная косметика. Новинок тут не вижу. Вот так. Тут тоже все знакомое. Любой 129 рублей. Крем уже многие начинают хвалить. Многим понравилось. Тут одна неделя пользуетесь одной стороной, вторую неделю второй. И кожа все лучше и лучше выглядит с каждой неделей. От Инью еще сыворотка умная. Хорошее, судя по всему, у нее предложение. 799 рублей при покупке определенных товаров. Ну, кроме акционных. Если один товар какой-то взял клиент, кроме вот акционных, то скидка будет хорошей. Так, снова предлагается вот эта маска. Уже 115 рублей, но можно взять одну. С этой стороны тоже наборчик предлагается. Далее от Inyu тут некоторые средства тоже предлагаются. Вот тут я немножечко так пошустрее полистаю. Вот эту, кстати, очищающее средство Жанна хвалила. Говорит, очень понравилось. Оно тройное, тут и
Умывалка, да, 3 в 1, гель, маска и скраб. Сейчас многие компании стали делать такие средства, и они обычно такие достаточно успешные. И многим женщинам нравится. Не надо 3 тюбика ставить в ванной комнате, а один как бы делает все, что необходимо. И загрязнение удалит, и отшелушит, и выровняет текстуру, уменьшит выраженность пор. То есть, видимо, у нее там в маске-то есть глина, ну, судя по всему. Вообще, вот эта линейка мне очень нравится, очищающая. Не все я пробовала средства, но какие пробовала, мне оставили такие очень приятные впечатления. Каждое средство 95 рублей при покупке 2. Новогодняя ароматерапия. Что тут у нас? Ничего не вижу. Масло. Тут масла. Разные масла за 230 рублей. Достаточно толстенький такой каталог этот. Тоже наборчики предлагаются. Неудобно, конечно, что тут отсвечивает у меня. Ну, как я не ходила тут вместе со столом, я болталась по всей кухне. Ну, вот только так. Маски по 119 рублей каждая. Любое 185 при покупке 2. Ну, распродажа у них получается как бы такое, вот эти вот наборы, они обязуют купить 2 средства, и для Avon идет плюс, то есть уходят средства, и есть возможность сделать новинки. С лавандой и жасмином от Планеты Спа интересный тут крем-суфле для тела. Лаванда тяжеловата, она не всем нравится, но есть прямо конкретно любители этого цветочка. Тоже набор. 129 любой набор. Так. Хочу вот здесь немножко остановиться. Я брала пробник, вот эту вот сыворотку с гиалуроном для волос. Она должна наполнять волосы и делать более густыми волосы, более плотными. Пробник, по-моему, там маленький. Не знаю, сколько миллилитров, я забыла. Но, в общем, его можно на 2 раза было мне на всю длину волос использовать. Но я этого делать не стала. Решила специально переборщить, как мы это называем, чтобы посмотреть, будет ли этот гиалурон жирнить волосы, если сделать чуть больше. Нет, волосы хорошие, мягкие, послушные. Чуть-чуть объем, да, добавила. То есть не скажу, что мои волосы из жидких превратились там прямо копна. Но если какой-то накопительный, может, эффект будет, ну вот обещает заполнять толщину волоса, и волосы как бы объемные. Такой, как девушка, я не стала, но небольшой объем появился. Я вот говорю, испробовала вчера вечером вот один этот маленький пробничек. То, что вот не жирнит волосы, это хорошо, мне это понравилось. А так, наверное, результат можно ожидать с накопительным эффектом. Хорошая цена на сыворотки. Я люблю все сыворотки в Avon. Они реально для меня работают. Они хорошие. И цена 175 рублей на них хорошая. Так, тут подарочный набор. Кто любит, то, пожалуйста, можно брать. Так, тут я не буду останавливаться. Не знаю, что сказать. Расчески. На эту обратили внимание. Возможно, она будет в заказе. Вообще, в этом каталоге я очень мало что хочу. Практически все, что я хотела, я купила. Новинок тут я не заметила. Поэтому будет набрать заказ, наверное, сложно в этом каталоге. Так, тут станочек, триммер предлагается за 600 рублей. Опять идут наборчики мужские только. Детские средства, новинки тут есть. Давайте посмотрим, что тут за новинка. Детская туалетная водичка, сладкая фантазия. 350 рублей даже можно. Вот такой карамельный аромат. Сладкий действительно.
Вот такие наборчики детские. Давайте поближе тут новинки тоже покажу, чтобы мне не читать каждую. Вот так. В этой серии давно не было что-то новинок. Пора бы новенькое добавить. Хорошая цена на женские средства. Хотя последние новинки многие девочки ругают, что стало жидко. И хуже качество, то есть хуже пенится, жидкое средство. Вот я не помню, какое, вот зелененькое, кажется, ругали. Не помню, какое, но вот слышала, что начали ругать. Ну, я люблю вот этот вот мусс. Для меня он экономный. Остальные, кстати, не то чтобы не знаю. Не пробовала. Только муссом пользовалась и понравился. Так, ну, тут я не знаю, что сказать. Знакомое все. Новинки объем. То, что 1000 миллилитров, является новинкой. Тоже многим полюбившийся вот этот зимний шампунь стал 700 миллилитров. Можно собрать набор из двух средств. 150 рублей будет стоить. То же самое. 140 набор. Можно собрать тоже 140, любые два. 150, любые два средства для ног. 160 тоже крем для ног идет. В дизайне, в общем, в лимитированном. Сладкое увлажнение, набор для ног. Что там сладкого? С маслом какао. Ну, возможно, да. Возможно, это вкусно. Вот этот крем. Ну, а здесь тоже сладкие. Ванильные. Линейка ванильная и лаванда. Вот этот крем с лавандой, конечно, очень хороший, ночной. И он большой. Также наборы предлагаются. Цены видно, я не знаю, просто я как попугай, чтоб не читала то, что вы без меня видите. Я вот буду уже молча. Тоже чувствую, заговариваюсь. Вот, кстати, видите, здесь как-то честно они сделали. Я только ругалась в прошлом каталоге. Написали набор из 5 продуктов с пакетом. В прошлом каталоге сделали набор из 6 продуктов, но 6-м продуктом шел пакет. А пакет за 80 рублей – это слишком дорого. Вот. А здесь написали, каждый продукт 65 рублей получается. Ну, как-то вот они тут продумали немножко. А в прошлом я возмущалась. Вот. Тима пока возмущалась, а тут уже все исправлено. Следующий каталог, первый 2018 года, будет выглядеть вот так. Интересно. Здесь пены и спреи предлагаются. За 89 рублей купить. Снова пошли наборы. И тут наборы. Ну и последняя страничка. Avenkea. Тут лимитированное издание. Праздничный выпуск. Давайте фокус. В фокусе новинок я не заметила. Тоже идут скидки, наборы. И более выгодные как бы предложения. Avon Club. Для тех, кто в нем состоит и выполняет какие-то обязательства. Эксклюзивные призы в новогодней акции. Стильные часы. Вот. Ну, это то, что я вам показывала в каталоге. В начале, что если на 7200 сделать, то там действительно идут за 199 на выбор часы. Да, поэтому останавливаться не будем. Опять идут наборы. Такой-такой на выбор. Также, но это уже для представителей. Вот это предложение для представителей. Цена уже идет минимальная.
Вот. Обычно фокус не дают уже клиентам. Хотя бывает такое, что видите, вот такие предложения. Что любое количество можете. Но представители обычно берут для себя, потому что эта цена минимальная, и клиенту ее предлагать, если это не близкая подруга, то получается представитель ничего не зарабатывает на этих наборах. А вот взять себе и перепродать, они так бывает делают. Я-то покупаю только себе и близким, поэтому на этом не зарабатываю. Ну а кто работает, для тех вот эти вот предложения, они очень выгодные. И вот так. Еще один наборчик за 230 рублей предлагается. Следующее, давайте полистаем распродажу к 17-му каталогу. Вот так сделаем. Набор трафаретов для бровей. Да? Для макияжа глаз. Вот так. Крем-суфле и водичка. Так, ну давайте вот так, как обычно, поедем. Просматривайте. Распродажа так себе. Ну, для меня. Тапочки обезьянки. Ну, это детские тапочки. Вот так. И последняя страничка. Вот так. Тоже тут часики мелькают. Так. Ну, давайте аутлет посмотрим. И у нас останется вот этот каталог. Аутлет давайте тоже так. Он достаточно такой толстенький. Поэтому мы его будем листать. Тоже вот так ездить частями. Если где-то быстро, я оставьте на паузу. Дальше здесь вот декоративная косметика. Вы знаете, столько вот этой клубники наложили в пакеты сюрпризы, и она все равно не закончилась. Видите, она все равно остается еще в распродаже. Так. Мужские супер трусы новогодние, как всегда. Так, и последнее. Стиль жизни. Давайте смотреть. Наверное, мы сейчас вот так сделаем, чтобы было как-то виднее. Пижамка. Вот так смотрится на девушке. И вот так само предложение. Тут тапочки есть и пижамка. Тапочки также 37-40 размер. И есть вот такой вот халатик, да, как это, пончо. Где оно написано? Вот, Ава. Дальше вот кружечка. Я
только что показала в своем заказе котика. И есть вот такой медвежонок еще. К этому медвежонку есть и пижамка. И есть медвежонок вот такой вот. У нас дома есть овечка такая, а здесь медвежонок. Пледик. Так, давайте вот так поближе покажу, как это все должно выглядеть. Вот. Для пультов. Вот она киска, которую мы купили. Тоже идет пледик. Я высоко поднимаю. Приблизила вас, сама поднимаю. Вот такой киска классненький. И есть новая грелочка такая. Тоже в форме киски. Так, тут шары. Они каждый год бывают с надписями, с маркером. Тут серьги, да, три пары. Давайте поближе покажу. Ну, тут Avon, конечно, опоздал. Фикс прайс уже такие цены перебил. Поэтому... Это уже не актуально для России, по крайней мере, у которой есть фикс-прайс. Вот этот неплохой органайзер, но цена, конечно, дороговатая. Очень интересные тут часики. И вот такие вот инструменты, наборы. 8 в одном. Это один инструмент, и получается, как вот смотрится он так в закрытом виде, видите, в форме шины. Вот так написано, что входит. Давайте так поближе сам набор. Дальше ручка 9 в одном. Так, я тут поближе, поподробнее. На паузу, если что. И вот такие новинки. Ну, сильно подробно-то я уж не буду. Ой, смотрите, кто переживал, что мужчины оставили без трусов в этом году? Ничего подобного. Все. Все есть, и трусы, и замки, все есть. И тапочки даже. Так, тапочки 700 рублей. Ну, трусы по 500 рублей. Поэтому все в порядке. К следующему году мужчины тоже готовы. Модно и практично. Вот такие новинки. Сумочка, перчатки, шарфик. Причем шарфик вот такой с усиками, с носиком и с ушками шапочка. Вот такой молодежный вариант новиночек. Цены видно, да? У меня, по-моему, батарея уже садится. Долго я листаю, сама разглядываю. Вместе с вами. Вот термобелье, кстати, неплохое женское. Внизу цены. И вот такие лосины. Две пары 1600. Костюмчик такой уже был, по-моему, в прошлом году. Такой вот джемпер женский. Детская пижамка очень симпатичная, но очень дорогая. Размеры от 3 до 8 лет. И кресло
Вот, видите, даже вот такое вот креслице. Миньоны. Вот. И вот счастливый ребенок в пижамке в этом креслице. И вот здесь вот полярный медвежонок, брелок. За 400 рублей в красивой, видимо, упаковочке. Все. Вот такой вот был обзор. Где-то медленно, может быть, где-то отсвечивало, но прошу прощения. Сложно, конечно, сложно сделать все качественно. Огромное спасибо за внимание. Думаю, что все равно я была в чем-то полезна. Всем до новых встреч и встретимся в следующих роликах. Всем пока!